Поскольку наша пропаганда занята проблемами Литвы, Польши, Украины и обсуждением судьбы Светланы Тихановской, я предлагаю собраться и самостоятельно обсудить сильные стороны нашего государства и то, чем нам можно гордиться. Заходите в среду 21:00 к нам в голосовой чат. Спикером будет приглашен Алексей Голиков. Он прямо там ответит на все ваши вопросы. Ждем вас всех. Будет интересно.